Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и мы продолжаем проходить игру под названием «Черепашки-ниндзя 2003», либо же «Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 года». Новое приключение, короче. И что ж, друзья, это третья попытка записать данные последние три уровня. И это достаточно сложно, да, потому что первый раз мне не получилось нормально сделать, потому что у меня там кое-какой косяк был, там я даже на быструю перемотку поставил в конце. В предыдущей серии я там в конце поставил на быструю перемотку. Потом пытался второй раз записать и записал без звука. И третий раз вот сейчас записываю, надеюсь, все со звуком нормально, я не проверял, честно говоря, но вот так вот у нас все получилось. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк за то, что я третий раз пытаюсь перепройти этот гребаный уровень. Точнее, не перепройти, а просто я проходил его уже. Я уже открыл новую главу. Все уже я сделал, я это уже проходил. Но, к сожалению, я как бы не записал это. То есть, вот так. Здесь, кстати, пицца, я это уже помню, поэтому это трогать уже сейчас не буду. Друзья, не забывайте поставить лайк под данный ролик, потому что я все-таки старался. Вот так. Тут, кстати, Макимон у Рафаэля, но его уже нет, потому что я его забрал. Да. Поставьте лайк, подпишитесь обязательно на мой канал, кто до сих пор не подписан, не знаю, по какой причине вы не подписаны. И, пожалуйста, нажмите на колокольчик. Колокольчик — это такой вот колокольчик возле подписка оформлена. Вот такой вот... Не знаю, как вам объяснить. Но я думаю, вы знаете, как колокольчик выглядит. Нажимайте на него и просто нажимайте там на галочку, чтобы вам приходили уведомления на телефон, а также уведомления на почту. Точнее, не почту даже, а справа у вас там колокольчик есть на ютубе. Возле аватарки вашего кружочка. И там вы нажимаете на колокольчик и будете видеть, что от меня пришло уведомление. Это новый ролик я выложил. Так что, если хотите, то нажимайте на колокольчик. И комментарий, конечно же, прошлого ролика, который я забыл, к сожалению, вставить в прошлый ролик. Сейчас у вас на экране, и там реально много. Вот я сразу вот кучу комментариев сюда запихну, чтобы вы могли видеть и себя наверняка, возможно, себя. Если вы не написали комментарий, то напишите его побыстрее, потому что я, ну, добавляю комментарии, иногда забываю. Простите. Да. Также можете меня добавить в друзья ВКонтакте, я всех абсолютно подписчиков добавляю, ребята, и просто кидайте заявку, вас добавляю, да. Ссылка на мою страницу ВК есть в описании, ссылка на группу ВК есть в описании, и ссылка на Инстаграм также есть в описании. Кому все это интересно, просто подписывайтесь везде и следите за мной, да. Ну а тем временем мы продолжаем играть в черепашек-ниндзя, ничего интересного. Сейчас, кстати, даже звук вырубил себе. Включу себе, пожалуй, звук. Прикольный звук. Звук из... Точнее, звук... Как звук? Музыка. Музыка из... Нано. Главы Нано Метро. Да. Так, возьмем, пожалуй, силу. Силушку богатырскую. И будем бить всех. Так. Так, кстати, робот-черепаху я уже третий раз подряд прохожу и постоянно теряю жизнь. Не знаю почему, но почему-то постоянно я теряю на ней жизни. Почему, честно говоря, не знаю. Может быть, он какой-то... Ну, вроде бы не сложный, но как-то мне он не дается вообще. Почему? Не знаю. Причину назвать не могу. Ладно, тем временем мы продолжаем. Так, тихо. Пожалуй, знаете, что я сделаю, да? Я лучше возьму пиццу, а то... Сейчас еще будет мне очень плохо. Будет плохо, когда взорву все эти бочки. Кстати, я уже даже прошел уровень Дожо или Додзё у Сплинтера, поэтому, к сожалению, у нас вот так вот все получилось. Если что, в конец этого ролика вставлю быструю перемотку, как я проходил 50 убийств за Рафаэлем. Ну, уровень додзё, короче. Дожо или додзё, пофиг. У Сплинтера. Короче, подкроем ящики. Мне кажется, я уже выиграл. Окей, ничего тут нету, все пусто. Так. Да, подкрою, пожалуй, ящики. Здесь ничего. Здесь не... Да, боже, они все пустые, что ли? Они все пустые. Господи. Давайте посмотрим, что, серьезно? О, скорость. Которая мне нафиг не нужна. Пусто, пусто. Там тоже ничего. Пусто. Ура, суши. А, стоп, я что ли быстро бью теперь? Лол. Мне кажется, я быстро бью. Отлично. Идем наверх, и все, мы прошли уровень. Фух, 4 минуты, 9 секунд. Идем дальше. Уровень 5, верхний этаж. Будем сразу, быстро, быстро. Зачем так долго тянуть, а?
Это, кстати, у нас музыка с улицы первой главы. Я уже тут, блин, не знаю. Мне кажется, я уже знаю, когда выходит определенный враг. Где его ждать? А, тут Макимон Орфеля, кстати. Блин, просто уже почти все запомнил. Здесь у нас вроде как кристалл. А, блин, нет. Показалось. Здесь вроде бы белого Макимона было. Кстати, смотрите, мы туда можем достать. Но не можем. Мы можем увидеть. Почему перепрыгнуть не можем, не знаю. Так, здесь можно, в принципе, выстрелить. Никто не запрещает. Эй! Да ё-моё, дайте мне выстрелить. Отлично. Так, идем дальше. Да блин. Раз. Да блин. Два, три. Так. Так. Ну, в принципе, блин, ну что меня озвучивает тут, а? Вот, блин, ничего. Я не знаю, блин. Потому что мне кажется, что я уже все почти говорил. Все, что возможно, я уже говорил. Просто не знаю, что уже говорить. Вот о чем мне поговорить, ребята? Вот напишите там в комментариях, где угодно, напишите, вот что мне. О чем мне говорить? Вот я уже, честно говоря, просто не знаю. Могу говорить, кого я бью. С какой силой я бью. Давайте. Бью комбо. Бью какой-то комбо с ногой. Опять комбо с ногой. Бью верхний удар. Типа я просто уже не знаю, что мне даже говорить. Потому что мне уже нечего говорить. Блин, надо пройти Микеланджело Донателло уже поскорее и закончить эту игру. Честно говоря, мне эта игра, к сожалению, но... надоело. Да. Я это теперь могу прям сказать. Кстати, здесь надо использовать подкат, как вы уже поняли. Так. Эта игра мне уже чуть-чуть поднадоела. Возможно, потому что я за Рафаэля проходил один и тот же уровень три раза подряд. Точнее, да, один и тот же уровень три раза подряд за одну неделю. Ну, блин, как бы... я мог бы еще отснять давно, но я типа поленился, и мне было лень опять перепроходить третий раз. Ну, то есть я два раза прошел в один тот же день, а не получилось. И потом я решил... Не в один тот же, подождите. Смотрите, ночью я снимал, ну, настоящее прохождение первое, самое первое. А потом уже, я не доснял, и пришлось опять перезаписывать. Я перезаписал на следующий день. И получилось без микрофона. Отлично. И после этого я спустя неделю, ну или даже полторы, прохожу третий раз. То есть вот так. То есть мне реально лень проходить этот уровень, потому что я тут уже проходил кучу раз его. Поэтому мне лень. И мне, вот, серьезно, от ловушки уже прям тошнит, не знаю. Тем более ловушка — это моя самая нелюбимая глава. Я ее прохожу столько раз, боже. Ладно. Так, здесь надо вот так, пожалуй, подождать пока. Эй, подождите, охранник разве не ушел? О, вот это вот прикольно. Так, теперь быстрее. Пустой ящик, кстати. А, блин, ребята, вы не знаете, как я эпично закончил те предыдущие две серии. Блин. Ага, предыдущую запись. Я как бы и предыдущий уровень, и этот уровень закончил с чуть-чуть хп на один удар. Тупо мне было несколько ударов, и меня бы убили. Но, к сожалению, вот сейчас я... вроде бы получше играю на этом уровне. Поэтому смотрите, сколько у меня хп. Ладно, стой, пошутил, все. Не смешная шутка, все дела. Да блин, Все. Пошутили и хватит. Пошутил, все, хватит, я пошутил, не надо. Спасибо, а то я думал, меня сейчас прибьют. Отлично, фух. 4 минуты 7 секунд, чистое время. Кстати, а тогда сколько было? 4 минуты тоже чем-то. Если 4-7, будет круто, но там, походу, разное время. Ладно, зона 6, воздух. Фух, наконец-то я дошел. Я надеюсь, что то, что микрофон... А микрофон включил? Мне кажется, здесь стоит проверить. Если, блин, я не включу микрофон, то придется эту запись делать в быстрой перемотке. Если я не включу микрофон, потому что я не помню. Они собираются уйти с картинами, забрав этот вертолет. Опять черепаха. Я не знал, что черепахи могут быть такими тупыми. А они не должны вести себя получше. В общем-то, да, но некоторым как раз далеко до джентльменов. Не странно ли это, что черепаха летает по небу и пускает ракеты? Думаешь, что можешь уйти? Не бойся.
Ну, короче, Рафаэль Зоя, и они за ним побежали за Рафаэлем. Так, ну что ж. Его, кстати, есть тактика, как проходить. Тогда нам мешали невидимки, и тогда было как бы вид не сверху, и был... Короче, было фигово. Бежать было почти некуда, а сейчас можно бежать по кругу. Вас не достают невидимки, и вы можете воспользоваться крутой тактикой под названием «Бей сверху». Это... Эту тактику придумал я, когда... Когда проходил. Да. И смотрите, как можно пройти робо-черепаху. Очень легко. Как вы можете воспользоваться этой тактикой, когда проходите его не... Блин. Не на уровне воздух, но я типа не могу, пока что еще не смог овладеть этой тактикой полностью, братаны. Не хочу. Спасибо, 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 спасибо. Ай, так. Да нет, подожди. Отлично, взрыв бабах. После его убийства мы открываем робо-черепаху у себя в этом. Так, этот ролик вы уже видели. А кто не видел, то переходите на прохождение с помощью Леонардо. Точнее, когда мы проходили эту же главу, эти же уровни за Леонардо. На канале у меня, конечно же, это есть всегда. Всегда есть, всегда было. Уровень 6 воздуха, отлично. Прошли. И главу 3, ловушку мы также прошли, ура. Фух. Уровень 4, точнее уровень Доджо. Сейчас вы увидите на своих экранах, но, к сожалению, в быстрой перемотке. А пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом все. Всем удачи, ребята. Всем пока.